Давай, поехали. Здравствуйте, все гости. Давайте пить чай. Давайте. Так, и кто у нас тут, это значит, собрался пить чай? Это что, это гости, друзья твои, это кто? Гости, друзья. То есть ты дружишь с черепахами и со слонами, правильно я все понимаю? Да? Да. Да-да, Аня, говори, не залипай. Все. И что у нас? Угу. Вот еще. Это у тебя столько гостей? Да, у меня. Ничего себе. У тебя популярная получается твоя чайная церемония, да? Давай. Ага. Давай обливать, поливать. Это что ты делаешь? Чайник согреваешь? Не, я набиваю чай. Так, да? Через крышку, что ли? Ну ничего себе. Чай из школы закипит, а сейчас мы сока попьем. А вроде в чайник-то заливается на поверхности, там где для воды? Или ты четко заливаешь, не проливаешь? Вау, ничего себе, как ты умеешь. Долго училась? Или уже, ну... Ничего себе, покажи, там реально вода? Вау, дай пять. Еще водички. Давай еще водички нальем. Мы пока чай попьем, а сок будет набиваться. Сок? Да. Какой сок? Вот какой зеленый. Все, наверное, уже полный тут, да? Чайник. Угу. Угу. Значит, заливаем. И что? Будем потом слонов, хоботов пить. А слонам-то, может, сюда тоже заливать? Нет? Нет, не надо. Ну все, прощаемся. Нет, мы еще не попили чашки. Я сначала вам налью, а потом пока. Ладно. Давай наливай чай. Угу. Так, пьешь, да? Что за чай-то пьем? Морской? Да, морской. Интересно. Из воздуха. Ну, это моя папина кружка пурная. Давай я попью. Вообще здоровский чай морской. Это тебе. Что, не пьешь пуэр? Маленькая еще. Да. Ну, шо? Ну, все, прощаемся. До свидания.